я же жанул. Привет, братишка. Мы сейчас пойдем играть в смуту. В нашу отечественную смуту наслаждаться. Ты готов присоединиться к нам? К нашему наслаждению в смуту? Мы все хотим играть в смуту. Все абсолютно. Да. Самая лучшая игра года, я считаю. Ну, будет номинация, наверное. Она выиграет. Таких пиндосов там, помнишь, была номинация, типа вот эта игра года, там Baldur's Gate, там вот эта вся параша, по-моему. Вот, у нас будет своя номинация, игра года. Выиграет смута. А потому что других игр-то не было в этом году от нас. Заткни ебальник свой. Не поэтому, а потому что это наша, отечественная. Да. Все. Ну, наконец-то, долгожданная смута. Остались считанные секунды, когда докачает обновление в 20 гигабут. 40 секунд осталось, и мы погрузимся в это неповторимое и незабываемое вот это вот смутное время. Работает стелс. Смутное убийство. Ты отдохни. Произошло смутное убийство. Да, смутненько вышло. Расскажу тебе, дружок, не былину, а веселый анекдот. Ехал поезд прямо в Харьков. В поезде том был Денис Сухач. Подошла к нему девица и спросила: ты на Харьков? Он ей вмилил: да, конечно, она так, убирай. Да, просто хочу вопрос задать. Чё там с ебалом-то у создателя Ведьмака? Как они себя сейчас чувствуют, да, после выхода смуты? Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Сука. Да ебать, ты что, девочка, сука? Ты чё, на приколе? Или ты прикол? В чём проблема? Ты чё? Хуй он не хочет на ней скакать. Всё, я пошёл по открытому миру исследовать его. Дедушка, ну согласись, что диалогов в игре только маловато. Хотелось бы поменьше экшена и чуток побольше диалогов. Послушать этих бояр, познать историю Руси-матушки. Ну, как красиво стелишь. Ты ответь, мой друг тернистый. Может, хочешь, или ты пиццы? Ты чё, дебил? Ну, бояр, ты веди себя нормально. Иди на почту. Глава. Да хватит вести себя как женщина. Ой, боже, я капризная. Ты по открытому миру ходишь? Да. Ну как? Ну чё как? Ещё исследую. Успехов тебе. Спасибо.
Да и не слышал я, чтобы кто-то по ней обоз вести собирался. Поздравляю! Вы получили достижение исследователя открытого мира. Стремоухов, Семен Семенович. Кланяться велел. И в гости приглашаю. Да убери ты, блядь, я наслаждаюсь графикой. Спасибо, братец, за вести. Немедленно поеду. Да что такое, блядь? Типа на приколе, чел. Ой, игра зависла, ура. Игра зависла, товарищи. Игра зависла. Игра зависла. Пиздец, как GTA вчера. Тоже не двигается. Ну, в геодату, видимо, застрял. На, двиночку, давай. На, лови, давай. Сейчас я подвалю, сейчас. Давай, давай. Давай. На. Хапанул. Ну, боже, ты вельможа. Вот, пацики, первое испытание, сейчас нормально все. Вот, нормально. Нормально. Ну, Батуаса, придурочный, привет. На. На тебе ответ. Думал, может, скачаю себе пиратскую версию сны через торрент, а потом понял, что мне придется играть без звуков пердежа и смешных донатов на фоне. И это будет слишком скучно. Ладно, позже придется. Волк у стримеров купили рекламу. Они один раз постримили эту игру, похвалили и забыли, а теперь представьте лица чела, который бесплатно ее хвалит и продолжает проходить. Ты так. У стримера дома корова недоена, жена не ебана. А в 34 он слушает кукиши в донатах. Да и сам микрофон попердывает сучера. Ну ладненько, то буду сосать. На тебе поддам, да, чучело. Опа, есть такая мимолетная, чисто хлопочек маленький. Ладно, потом будет, проходи попозже будет. Сейчас скопление идет, накапливание точнее. Ты что, диалог мне портит? Мразота пердит как раз во время диалога важного. Пиздец, люди старались, переводили, озвучивали. Это пришел и запердел. Люди старались для озвучку делать, чтобы какой-то запердел пришел. Что ты делаешь? Книга старая. Вот монахи на полях и начали писать всякое. Что? Какой год случился? Я знаю про такое. Пергамент хороший, дорого стоит. Вот и пишу в старых книгах. Где место есть? Дядь, а вот что ты? Проклад. Да не может. Вот тебе крест. Сука, идиоты просто. Следуй окладе богатым. Здесь, под нижним, в пещере спрятан. Так сам сразу забрали. Да ты заебала! Ублюдок! Я же не слышу ничего, дебил. Я что, придешь здесь? Слушай, пришел. И что, люди потратили столько времени, усилий, чтобы сделать озвучку, чтоб потом какой-то дебилой пришел, запердел каждое слово. Трубадуры сраные не дают сюжет послушать. Мать их етить. Бан православный выписать им непременно. А коли пердеть вздумают, то колышек толковый бить куда следует. Ну, две шкуры, не то, не сё. А ну, давай еще. Вот началось самое динамичное и захватывающее. Поэтому все, кто внимательно смотрит, просто внимательно наблюдайте за этим динамическим развитием сюжета.
Сейчас будет происходить просто бой, в котором либо я, либо волки. Это действительно экшен, и нужно внимательно следить за всеми действиями. Тогда вы полностью погрузитесь в эту атмосферу и почувствуете на себе, каково это сражаться с дикими собаками. Вот, 5 волчьих шкур уже шуба. Ну вот, тут и на шубу, и на шапку. Была бы зима, точно бы в накладе не остался. Изи. Понятно, здесь у нас преграда в виде медведя. Медведь-то студеный оказался. Понятно, пизду получу сейчас. Надо убегать. Опа, получил ты пизду, дорогой мой. Хотел на халяву клад забрать, медведь охраняет. Ночью зашел в пещеру, а там дневной свет. Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, идите нахуй, короче. Я так понимаю, медведь все-таки нужно его убивать в любом случае. Иначе он не заберет это все. Ахахах-за-за-за-за-ха-ха-ха. Персонаж не умеет прыгать. Да до этого истину убийца, ведь макобратья мои славяне. Хотя какие русские славяне? Так это помесь монгола с носорогом. О, круговорот бы сделал, пиздец. О, блядь. Опа, пришел, чтобы умереть. О, все. Без студеной. Понятно, пока, короче, медведь. Тут задача забрать клад. Ну, сука, прикол в том, что нужно убить медведя. Пока ты его. Ну, хотя я могу пройти и так без медведя, чтобы забрать этот клад. Но, сука, суть-то не в том. Нужно убить медведя, понимаешь? Который вообще по заданию как бы не нужен. Это пиздец. Как это можно было сделать? Логика где? Как я без студеной убью медведя? Вы подумали, создатели? Надо было студеную с собой брать. И все, ничего не сделаешь. Все, уже все. Это запоренный сейв. Тупо запоренный сейв, в котором нет возможности пройти 100%. Ваша система так настолько дебильна. Битва у озера Байкал. Скипнешь, пососешь. Понимаете, вот в чем прикол, да? Просто... При чем здесь медведь, когда по задаче собрать сундук? Вы бы, блядь, тогда указывали бы, убейте медведя и заберите сундук. Тогда бы логичнее было. Ну при чем тут медведь? Я могу его обойти и забрать. Примите силушку байкальскую, не чурайтесь. Ты куда, святополк? За мной, братцы! Мне сворот наставление дал! Ломанулись арусы в озеро, а ящеры столбенели и стали думу думать. Вы куда, дурни, побежали? Русы топиться пошли. Давайте им поможем. Глядите, соврали монастырские книги. Иначе еще с Орды лежит. Когда уже диалоги, я соскучился. Подожди, сейчас я выйду из пещеры. А там ночь или день, как ты думаешь? Ночь. А как так? Из дырки видно было день. А так бы темно было в пещере. Братцы, надо было бы освещение вы делать. Тоже это почувствовали. Не сомневайся даже. Да где ж тут справедливость-то? Ты за него дрался, чуть голову не сложил. Вот я хочу сейчас слово свое сказать, нужное всем. Давай только адекватно что-нибудь, пожалуйста. Тут люди серьезно собрались. Хорошо. Давай. Я-то не против.
Только насчет тебя не уверен. Ну знаешь, ведь учебные сабли тяжелее стальных будут. Щит вообще можно было не добавлять, он реально его не ставит. Но ставит просто как-то от фонаря, то он его то ставит, то не ставит. Студенный, короче, чел. Подожди немножко, не все сразу. В обновлении 4007 будет прыжки и щит-блокировка. Плюс еще студенную с собой можно будет брать в карман, в бурдюк ложить. А, о как! Да. Вообще, говорят, эта игра будет развиваться как цивилизация. Вот сейчас 1600 какой-то год здесь. Есть кто? Не, никого нету, извините. Вот, и в оконцовке дойдет, что там появится наш царь нынешний. Че сидим, родной, ведь надо действовать. Ой. До свидания. Ты отдохни, а я еще поживу. Изи. О, разбойник студеный идет. Как думаешь, он к тебе сам подойдет, или ты должен его искать где-то там и отдать ему? Вон он идет, родной. Опа, да ты шо, блядь. Бэм, и мимо, нахуй. Опа, анимация. Бан, бан. А, хороша, студеная. Ну, а, хороша, студеная. Студеная, а, хороша. Ну, хороша, студеная. Крнес, 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 студеная. Крнес.